Здравствуйте, друзья, доброе утро. Я извиняюсь за тряску при ходьбе. Мы на паркинге компании Apple. Вот по тому самому знаменитому адресу Infinite Loop 1 в городе Купертино. И тут мы должны встретиться с нашей съемочной группой, которая тоже где-то, я полагаю, запарковалась и должна подойти к магазину. Вон там впереди магазин, вот в этом угловом здании. Сейчас мы туда подойдем. Вот тут хорошо сделать селфи. Да, а вон там магазин. Сейчас я в тенек пойду, сегодня довольно жаркий день. А я вчера обгорел, надо сказать, во время этих съемок, потому что на голову ничего не одел. Вот, пожалуйста, Apple Store. У нас на самом деле есть даже сюжеты из этого магазина. Я там пару раз снимал. Здание зданием, друзья. Но даже на улице вы видите, как тестировщики компании Apple тестируют софтвер и последние девайсы. Симпатичные тестировщицы. Друзья, в фирменном магазине компании Apple вот эти кружки, значит, мне сказали, что маленькая за 25, а побольше за 29. Да, вот это 29. Вот, друзья, 29, это 25. Это 25. Вот такие странные предметы. Да. Но зато сюда может прийти каждый. А вот где-нибудь в Facebook там или в Google так просто не зайдет. Это разъемчики. И вы знаете, тут раньше было много одежды и всяких предметов культа Apple. А сейчас вот только железяки. Они изменили магазин. Если вы посмотрите на нашем канале, там есть пару сюжетов, вы увидите, насколько магазин изменился. Делегации тут ходят, смотри. Так. Наушнички. Экскурсии, рассказывают все про Apple. В магазин зайти, вот. Грех, знаете, если через весь мир приехал, что такое $25 за замечательную кружку. Вот, друзья, маечки. Лен, можно вас попросить маечку развернуть? О, друзья, да, у нас Олег, которого многие узнали. Так, маечка с яблочком. А яблочко, я извиняюсь, оно как-то покрашено. Не грубо. И почем вещь? Ценники непонятные. А, что-то есть там. Нет. Я подозреваю, что если ящик вот отодвинуть, то в ящике будет какой-то набор этих маек. Нет? Нет. Ошибочка. Ну, я даже не знаю, но вот что, можно в такой майке, прилично в такой майке ходить? Вот по Москве в таком можно пойти? Нормально? Люди поймут, что это фирма? Я думаю, да. Правда? А то, знаете, как скажешь, там где-нибудь у китайцев там взял? Так, у китайцев взяли. Made in China. Но это все-таки не совсем то же самое. Не поддельный, все-таки настоящий. А вот, пожалуйста, Купертино 76, друзья. Вот. Вы можете сразу догадаться, что компания возникла в 76 году. Вот там еще. What is the price range for? They're all 35 dollars. Они все по $35. Но это не просто хлопок, да? Это что-то... Ага. Вот фактически за фирму, да? Или за что берут деньги? Ты не поймешь, там еще мелко очень. Очень мелко, да, но... Ну, явно не 100%. Да, присутствует, чувствуется рукой, да. Девушки, все футболочки по $35. Да? Да. Все в одну цену. Ну-ка, давайте. Вы знаете что? Если вы не сделали бы вот еще вот как вы сделали, то про майку нельзя было сказать ничего особенного. То есть майку надо носить, понимаете? Яблочко, да. Теперь мы, друзья, на кампусе компании Facebook. И тут у нас нет больших возможностей для съемки, но кое-что ребята вот снимут. Им разрешили в каком-то месте снимать.
там, где большой такой лайк. Вот у нас такой вид. Вот островитянин. Может быть, с Таити, а может, с Фиджи, поди знай. Вот, вы видите, друзья, это то самое место, куда многие стремятся. Вот тут слева очередь стоит из людей, которые стремятся. Да. Смотрите, двое стремятся, один стремится, а пятеро снимают. Вот. Вот, друзья, еще люди тут подвалили. Мы отошли, сразу пришли товарищи из Азии, не знаю, из какой страны. Вон там еще снимаются. Свято место, друзья, пусто не бывает. Это, друзья, Google Visitor Center. Тут они отдельно как бы такую вот площадочку срубили. Есть еще, это не единственное место, где можно сняться у андроида. Вот тут за Редвудами, за секвоями, вы видите, хайвей идет. Так, прям вот вынесли, можно сказать, в такое место. Пошли посмотрим, чего там есть. Вот. Если кто захочет, приезжайте с детками. Тут только шумновато от дороги, я бы сказал. Вот можно засунуть голову сюда и сфотографироваться. А можно вон там, пожалуйста. Вместе с пчелкой. В такой веселой компании. Тут же и магазинчик. Мы так зашли. Нормально, культурно. Такое ощущение, что система поменялась. Раньше нельзя было в магазин зайти. Там было только для сотрудников. А здесь вот, видим, какие-то изменения произошли, а я не углядел. Маечки. Так. Пожалуйста. Почем вещь? Я, честно говоря, без очков не вижу. Там что-то $17 такого плана. Народу много, очередь в кассу. В общем, все как в нормальном месте. Раньше был эксклюзив, не попадешь. А сейчас, пожалуйста, заходи, бутылка твоя. Елена, взглядом из Москвы, что можно сказать вот про этот товар? Прекрасная маечка, красная толстовочка, очень модная, в стиле Цукерберг. Так. А почем вещь? Что там? Любитель оценит. Где-то вот тут, вот ценить. Да, 23 доллара. Вот. А 24. Ну дорого, недорого? Вот скажем, если в Москве дорого, бы стоит. Дорого, да? Конечно. А если бы вот был гугловский магазин в Москве? Для фирменного магазина это тоже дорого? Дорого. Но по российским деньгам. Давайте посчитаем. Ну, умножим на 60, да? 24 умножить на 60. Да. Это по 1440. Российским деньгам, да. Я-то обычно рубли в доллары перевожу, когда говорят. 1500 рублей, да, дорого, получается. Да? Маечка вот такая, такого качества, 1500 рублей, это пижонство. Это только фанат. Окей. Мы как-то, знаете, были в магазине, женщина из Москвы только приехала. И она туристка была. Mm-hmm. И мы попали в магазин, где там ликвидационный какой-то. И там были маечки Nike. Знаете, с галочкой такой. Ну да. Nike. И они там были какие-то 3X, такие какие-то супер большие, у нее муж крупный. И она там их прям на руку накладывала с этого трека, где вот такие они, по пятерке. И я ей говорю, куда же ты столько майк-то берешь? Она говорит, да ты не понимаешь, такая майка стоит $100. Я говорю, кто же тебе за майку $100 даст? Она говорит, ты не понимаешь, говорит, это найковский магазин. И бум-бум-бум, там все на руку их накидывала. Я уже общупала. Друзья, ее. Обратите внимание. Конечно. Так, Лера, вот из этих маек какая больше нравится? Я на такую же, на вот я. Кстати, все девушки, давайте все абсолютно. Нет, вот это вот прямо, наверное. Да, а вам редакция, дает какие-то суточные такие на развлечения? Суточные, да. Как
Матом нельзя ругаться? Есть хорошая рифма на слово «суточные». Ну, я вам скажу, что если хочешь что-то сказать, то к любому слову рифма найдется. Конечно. Это правда. Можно сказать, великомогучий русский язык. Да, да. А табуированная лексика еще более могуча. Как вы интеллигентно выразились. Да. Табуированная лексика. В литературном институте есть даже специальный курс табуированной лексики, где изучается Петровский загиб. Почитайте на досуге. А вы что, в литературном учились? Нет, я в театральном. Да вы что? Я актриса по образованию. Ой, то-то вы все так в образе-то. Да. Друзья, у нас конкурс объявляется на канале без приза. Просто вот как бы так, конкурс. Вот кто скажет, что это за фигня? Я обойду фигню с разных сторон. Пожалуйста. Кто скажет, что это за фигня? Друзья, за $1.5 вы можете приобрести нашлепку на клавиш от клавиатуры. Это же надо так вот. На букву. А, там же есть клавиш G. G, да? И вы прямо туда. Да, я не понял сразу. А другие клавиши есть там? Нет, может это быть... только G. А может быть, можно сразу Google набрать, нет? Нет. Нет, только G. Вот, друзья, нет в жизни полного счастья. А вот лейблочки. Я бы, честно говоря, даже взял, но я не знаю, куда их девать. Вот на что такое можно повесить? На холодильник так. Ну сколько же надо холодильник-то? Потом зависит от того, сколько стоит холодильник. Потому что не на всякий переделаешь. А вот, друзья, раздел Ютуба. И тут вот такие обдергаечки. Ну, даже не знаю, как назвать. Но оно, знаете, грубо, вот как клеем таким. Мне не нравится так. Некачественно. Кепка YouTube. Давайте я одену кепку, и мы с вами посмотрим. Я такое видео-селфи. Как вам вот так? Видео-селфи. Сейчас посмотрим, почем кепка. Они могут быть очень дорогими. $25. Друзья, за $25 такого качества кепок можно много купить. Только что там не будет слова YouTube. Так, что еще тут? Больше нет Ютуба? Нет. Так где же Ютуб? Все? Это все? Да. Так, а вот кружки. Кружка Android, на бочку похожая. Сейчас смотрим. Думал ценник найти на ней. Нет? Не вижу ценника. Может, на друг... А, вот тут есть. Ценник, я через камеру, плохо видно. $13. Ну, не страшно, да, не страшно. Ага, вот тоже какая-то майка типа ютубер. Только это, знаете что, это для маленьких. Называется Kids Google, видите, это для детишек. Если у кого-то вот детишки там на ютубе, то им, конечно, сам Бог велел. А вот, вам похоже на слюнявчик. Да, вот. Слюнявчик, Google, даже не знаю, у меня уже внучка слишком большая для такого, да, а так неплохо было бы, бутылки, а в чем смысл вот этой штуки с ручкой? А это блокнот. Окей, и все. Все, и все. Вот ты, господи. $9. А смотри, хорошая такая штука с ручкой. Да. Вот, хорошо. Чтобы не потерять. Да. Штука с ручкой. Блокнотики. Вообще-то как-то опошляет, мне кажется. Google мог бы чего-то более такое. Да. Так, тут ребята играют. География. А что это за фигура? Я хочу дом найти. Дома. Дом? В Нью-Йорке? Конечно. Так. Друзья, у кого тоска по родине, ностальгия? Вот давайте сразу сюда. А я вспомнил. Еще раз запишем? Я вспомнил анекдот. Как? В советское время. Просто бей. Ага. Где?
72-я, 70-я. И почему-то сразу идет 60-я. Вот. И ваш домик, друзья, тоже здесь есть. Нашла свой дом. Видите, профессионалы, они находят что-то такое снять, вот чего мы, люди простые, никогда не догадаемся. Да, друзья, отстаешь от жизни. Поговорил с работницей магазина. Она говорит, что они сюда уже года 3 как переехали, в это место. А я-то помню старый магазин. И через месяц после переезда они открылись для публики. То есть вот, а я все хожу с мыслью о том, что без бэджика не зайти. Что еще можно сказать о визитер-центре? Здесь много парковки, друзья. Здесь очень удобно парковаться, и это здорово. Вот на самом деле это неприятно, когда так ходишь кругами и встать не можешь. Наши педагоги, друзья, делают кофе, потому что тяжело вот так. Тяжело. Надо взбодриться. Ты отдаешь себя всю, а получаешь только немножко кофеина. Да. Ну, потом можно что-то скушать, будет, конечно, больше. Вот видите, мед. Купили 2 недели назад мед, а уже много нету. Потому что надо компенсировать. Компенсировать надо. Так, работают наши гости, операторы. Снимают всю нашу жизнь. Вот, Олега узнали. Узнала девушка, говорит, бойфренду своему покажу. А он такой фанат этой передачи, говорит, будет завидовать. Вот, друзья, что значит популярность. Да, Олег был 2 года подряд признан лучшим оператором Украины. Вот. Так вот. А, вон там студенты наши на улице никак не разойдутся. Смотрите, вот они там никак не разойдутся. Вот они, это студенты. Пожалуйста. Так. Мы как раз пришли в такое время, когда занятия закончились. Приехали в школу. Facebook, Google, Портнов, Computer School. Обычный обходной лист. Народ, интервью проходили? Здравствуйте. Давайте, сознавайтесь, как интервью проходили. Сегодня? Сегодня как? Нет, еще собираемся пройти. А, это вот он же пришел только, да, еще будет считаю интервью. Да, да. А вы уже сколько прошли интервью? Ну, на работу, если это первое, после практики. А, это уже он на работу берет? Да. Понял. Ну, хорошо, вы внутренне готовы? Ну, что, соберем все, что знаем. Так. И представим. А вы как? Так, это уклоняется. Ну, хорошо, ладно, давайте. Мы сейчас вот что сделаем. Те наши зрители, это к вам обращение. Когда вы будете смотреть вот в этот момент, вы должны поставить лайк, чтобы наш студент получил работу. Вы скажите пару слов, откуда вы сами? Россия, Тюмень. Тюмень. Нефтяник, фактически. В душе. Да. Так, ну и по профессии кто? Юрист. Юрист. Управленец. Юрист, управленец. Бюрократ, фактически? Ну, да. Чиновник? Да. Это вот вас не любят в России? Это вы ее довели до ручки? Ну, часть. Ну, не я точно, не я, но ну, часть. Друзья, это лично мы видим, что парень симпатичный, как он говорят, совершенно не участвовал. Есть такие ребята хорошие, разные, поэтому да, мы относимся к первой категории. Понял. Вот, разные доводят ее до ручки. Хорошо. Так, а вы откуда? Я из Украины, из первой столицы, из Харькова. Как первый? Еще до князя Владимира там? Ну, не знаю. Так, хорошо. Это при советской власти был, да? Ближайшее время. Угу. Так. Образование у меня инженера компьютерных систем и сетей. Да вы что? Да. А чего вы к нам попали? Интересно, QA. Понял. Так, а вы говорите тю? Тю и шо. И шо? Тю и шо. Хорошо, а тремпель? Тремпель, да, это я знаю. Ну, то есть... И еще игра The Birds, это тоже. Как? Наша. The Birds. The Birds? Да. А это что? А посмотрите в интернете, очень интересно. The Birds? Это вот... Пиццу привезли. Понял. Чтобы быть настоящим харьковчанином, надо... Понял. Спасибо, смотрим на пиццу. Yes. This is you? Yes, this is me. Друзья, нам принесли пиццу. Так, а вас как зовут-то из Харькова? Меня? Да. Александр. Александр. Вот Александр из Харькова. Куда несите? Несите сюда, да. Он несет пиццу, да. А мы говорим тю. Так, все говорим тю.
Хорошо. Папа Джонс. Все. Вот, друзья, сели, поболтали 5 минут. Все, что осталось от пиццы. Так вот. Значит, хорошая была.